Кенеде урметли достар, біз яйнымызны девамы темыз, ве девамы бар алазырда, ярмадамызда енді еді ярым олай атыр, ве елбетте студиямызға мұсафырлеріні қабыл өтмеге мүмкін, ве мұсафырлеріні субетлешмеге мүмкін. Келеджек 10-15 дақа девамында біз спорт ақындыл аферстеджекміз, ама насыл бұ спорт чешті олажағы, шымды сіз әршейні озыңыз огренерсіңіз. Сагыл дослар, базам студия мызда. Тайский бокс более спортчештынен ограшкан спортчы Тимур Салиев, ве онын идманджысы Кудус Асанов. Селям алейкум, хош келдіңіз. Как настроение, как утро началось? Хорошо. С чего начинается утро спортсмена? Я встаю довольно рано. Затем иду умываюсь. После водных процедур делаю короткую тренировку. В основном прыгаю на скакалке. Потом иду завтракаю. Если это будние дни, то Нашка меня и сестру отводит в школу. Если выходные, то я занимаюсь своими делами. Интересно. Тимур, ты занимаешься таким серьезным видом спорта. Скажи, почему ты выбрал именно его? Ну, сам захотел? Да. Да? Ух ты. А что вот, что тебе там понравилось? Вот, я не знаю, какие там приемы, может, увидел? Хорошо. Тренер, наверное, лучше знает. Лично я почему начал заниматься тайским боксом? Потому что, наверное, это один из самых жестких видов спорта. Также он очень сильно дисциплинирует. Спорт, да. Ну и, по примеру Тимура, из малыша он делает мужчину, из мужчины он делает бойца, ну а из бойца – воина. Ага. А вы давно тренируете Тимура? Тимура я тренирую уже 3 года. 3 года ко мне с 5,5, с 5 лет пришел ко мне. И мы начали с ним, да, вот этот долгий процесс тренировок, ну, положительный. А помните ли вы его первый день на тренировке? Да, пришел такой Мишка. Ну, в этом возрасте они все как Мишки, да. Ну, я сразу увидел тот потенциал, который в Тимуре есть, да, задатки. Да, и начал обрабатывать этот гранитный камень, то есть потихонечку, да. Тимур, а сам вот как вспоминаешь первые занятия? Ну, помню хорошо. Не пожалел, что пришел на тренировки? Нет. Не пожалел. И не побоялся, да, самое главное? Нет. Не трусливых парней. Три года ты уже занимаешься тайским боксом. В каких соревнованиях ты участвовал? Я участвовал в более 10 соревнованиях, но самое значимое это для меня чемпионат Крыма по тайскому боксу, чемпионат Севастополя по тайскому боксу, чемпионат Федерации ПК-1. Кстати, ну, хочу дополнить, что Тимур попал в сборную Крыма России. Нет, ты попал в сборную Крыма, да, и мы поедем на чемпионат России по К-1, да, это по правилам К-1, то есть немножко отличаются эти правила от тайского бокса, там отсутствуют удары локтями и отсутствуют удары колена в голову, а так, в принципе, то же самое, тайский бокс. А вот это вот переучиться, получается, надо или как-то отучиться? Нет, на самом деле, мы же постоянно практикуем, то есть, допустим, если у нас какая-то предстоит программа по К-1, мы знаем, что у нас соревнования по К-1 в конце месяца, то есть, ну, переключаемся больше вот, ну, в этом направлении, то есть убираем удар локтями и удары коленями в голову. Но все равно это же все-таки человеческий фактор здесь присутствует. И во время соревнований что предусмотрено за такие приемы? Наказ сначала дают предупреждение, то есть сначала мы, конечно же, беседу с нашим бойцом, еще раз объясняем правила по К-1. Ну, а затем уже, если в порыве боя такое бывает, боец бьется таки какой-то из этих ударов, то ему дают 2 предупреждения. Один раз желтую карточку, потом красную карточку, ну и потом убирают как бы дисквалификация с поединка. А вот сборную Крыма много ли спортсменов вообще отобрали? В каждом весе по 2 человека, это где-то около, ну, поедет 8 где-то спортсменов. Также и взрослые поедут, также и дети. То есть... Ага, то есть немного, то есть одинаково, лучше, да, получается? Лучше едут, лучше. То есть проводятся сначала соревнования по Крыму, да, проводятся соревнования. Лучшие из лучших едут, потом вступают в сборную и едут в чемпионат России. Кудусбей, мы видим, что вы сегодня не с пустыми руками. Расскажите подробнее, что это за награды и за какие достижения их получил Тимур?
Ну, нам они дались, конечно, очень тяжело, потому что конкуренция очень большая в Крыму, очень большая. Все тренируются, развиваются. Ну, как сказал Тимур, самые, наверное, из них значимые, самые сильные – это именно непосредственно чемпионаты Крыма, а особенно открытые. Что такое открытые? То есть приезжали, к нам приезжали с Краснодара, к нам приезжали с других городов, очень с больших городов, да, приезжали. Ну и вот как бы там отбиться по два, по три боя тяжело. И особенно, если куда-то уезжаем, в Керчь, допустим, на три дня, на четыре дня. Вот, вот эти соревнования самые тяжелые. Тимур, какие последние соревнования, на которых ты участвовал? На последних соревнованиях они проходили в Керчи. Угу. И что это были за соревнования? Пока один, да, там тоже. Да, Тимур там очень хорошо выступил. Много людей принимали участие? 170 человек. А, это в общем 170. 170 человек, в весе это получается 3 человека где-то. То есть ты должен подраться с тремя. Ага. И Тимур там, да, взял первое. И как тебе удалось вот эти вот три боя? Тяжело, помнишь? Да? Тяжело было? Да. Переживал? Не очень. А, то есть ты не волновался? Нет. А вот если волнуешься, вот, например, вот представим буквально на одну минуту, что вот ты волнуешься, как вот перебороть в себе вот это волнение? Как не бояться? Кто должен помочь? Кто должен сказать, вот, Тимур, не бойся, Тимур, ты молодец. Тебя постоянно там ругают. Кто тебя? Тебя ругают? Нет. А, нет. Он просто не хочет меня. Да, он не хочет меня просто, да. Там такие наставления. И вот действительно помогает, да, тебе это все? Да. И вот ты потом не боишься, выходишь? Не боюсь. Ага. Наставления, вы сказали. Какие наставления вы обычно? Есть ли какой-то девиз, который вы говорите всегда перед каждым боем? Ну, девиз есть, наверное, да, который такой он сложился, он неформальный. То есть я всегда говорю, что перед тобой такой же человек, как и ты. Да. Это в спортивном сленге говорится, такая же борода, такая же печень, говорю, все то же самое. То есть у вас шансы равны. А кто хочет больше выиграть, это уже зависит от тебя. И потом спрашиваешь, ты хочешь выиграть? Да. Вперед, иди. И оттуда пошли болеть, потеть. Ага. Сколько минут длится бой? У малышей бой длится 2 минуты, минута интервал дышим. Три раунда, получается, по 2 минуты с минутным интервалом. Тимур, сколько тебе требуется, чтобы победить времени? Сколько раундов тебе нужно, чтобы победить? Ну, иногда все, иногда досрочно заканчиваю. Да. Мы очень часто досрочно заканчиваем. Ух ты, боев 4-5 досрочно мы заканчиваем. Машина. А в школе еще же учишься, получается? Да. В каком классе? Во втором. А вот скажи, вот и спортом заниматься, и в школе учиться, у тебя хватает времени? Да, успеваю. Как учишься? Хорошо, на пятерке, четверке. Молодец. Ты вот действительно талантливый человек, талантлив во всем. А сколько раз в неделю ты занимаешься? Я 5-6 раз. Угу. То есть каждый день у тебя и занятия в школе, и тренировка? Ну, фактически, да. Угу. Скажи, а есть ли у тебя кумир? Вот есть ли какой-то спортсмен, на которого ты хочешь быть похожим? Мой кумир — это мой тренер. Ух ты! Ладно. Остановил себе тренировку просто. Все, одну тренировку можешь отдыхать дома. Худузби, а все-таки вот эти все соревнования, переезды, да, периодически, вот в этих ситуациях, мне кажется, вот самое главное, вот несмотря на возраст, да, но присутствие родителей. Родители присутствуют на вот этих переездах или вы действительно остаетесь? У нас очень дружный коллектив, состав родительский, но здесь как бы палка двух концов. Объясню почему. Да, переезды, вот эта дружная обстановка. Мы собираемся там вечером, мясо даже жарим иногда с родителями, да, все любят. Вот. А в чем вторая сторона, да, это то, что родители, они очень эмоциональны, некоторые. Некоторые держат себя в руках, а некоторые эмоциональны. То есть, и когда они в роли секундантов, начинают даже периодически перекрикивать тренера, потому что это их ребенок. Вот, да. И там уже начинаешь воевать и с ребенком. То есть, да, болеть за него и с родителем, да. Вот есть такая палка двух концов. А так очень, очень положительно, потому что именно родители закладывают дисциплину, да, чтобы тренировался ребенок, да, ну и все положительные черты. То есть они должны, они в первую очередь, это они. Я это только
второе лицо. А все-таки для наших телезрителей немножко полезной информации, немножко о тайском боксе. Со скольки лет все-таки можно приходить заниматься? В тайский бокс можно прийти с 5-6 лет. Угу. Как правило, тренировки с 5-6 лет начинаются с ОФП, то есть общая физическая подготовка, чтобы подвести малышей под нужный уровень. И только когда общая, скажем так, масса уже подошла к этому хотя бы минимальному уровню, вот тогда уже начинается непосредственно сама дисциплина тайского бокса. Это сначала стоечки и так далее, и так далее. Что касается наставления какого-то, то я бы хотел, наверное, наставить всех, вне зависимости от возраста, чтобы все тренировались, занимались собой, оздоравливались, вели активный, здоровый образ жизни, да, и занимались своим телом, занимались все время. Вне зависимости, еще раз повторюсь, от возраста. А много у вас учеников сейчас? Ой. Если в группе взять, просто у нас в группе, человек, наверное, 30 ходит, человек 25-30 ходит. Да. И это ежедневные занятия, да, такие получаются? Да, да, ежедневно, да. Не ежедневно, это у нас групповые идут, допустим, через день. Да. Но некоторые ребята берут еще индивидуальные себе тренировки, это непосредственно, да, персонально с тренером, работа на лапах и так далее. Вот это Тимур имел это в виду, что он ходит помимо группы еще персонально. А вот как получается такая ситуация, да? То есть есть занятия групповые, он на них присутствует. Да. И в этот же день мы. На следующий день. На следующий день он работает уже непосредственно со мной на лапах. Там другая совсем другая работа. Там... Другая атмосфера. И другая атмосфера, потому что там уже, если там тренер уже не отвернется, там только с ним, один на один. Тимур, а есть ли у тебя свободное время? Остается? Да. И чем ты любишь заниматься в это время? В компьютерные игры играть часто. Молодец. А вот такой момент, вот ты с тренером, когда персонально, да, занимаешься, вот эти лапы, все дела. Бывало такое, что случайно, тренеру не по лапам ударил, да, там, а по лицу ударил. Бывало такое? Было с локтя нечаянно. С локтя? Периодически. С локтя, да? Это неотъемлемая часть у тренера. То есть человек, когда тренируется, он может там что-то крутить у себя в голове. Ты ему связку диктуешь, а он бам, тебе что-нибудь. Как в таких ситуациях вот сдерживать? Улыбаемся и машем. Хорошо. Понимаешь. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Повторюсь, занимайтесь спортом, держите себя в форме, потому что, как говорится, на диване сидеть все могут. Кстати, хотел бы пожелать телезрителям, что если же вы уж решили заниматься спортом, сначала подумать, какой вид именно конкретно вам надо, чтобы не было такого, чтобы вы пришли, мне не понравилось, тренер не такой и так далее, и так далее. Нет, надо конкретно обдумать свое решение. Надо оно вам, не надо, сможете, не сможете, может, вам что-то нужно поменее активно. И тогда уже приходить и конкретно тренироваться. Не так, что пришел, там месяц потренировался, пофотографировался и ушел. Вот такой тонкий. Вы так сейчас взрослым как будто это все говорите. Что касается детей. А детям нужно тренироваться обязательно. Потому что спорт, я еще раз повторюсь, как сказал я в первый раз, что спорт он закаляет. Он воспитывает тебя быть дисциплинированным не только в спорте, но и в жизни. Перед тобой трудность, ты не бросаешься, я не могу, папа, помоги. А пробиваешься через эти стены сам. И в единоборствах, например, можно всегда найти другое направление. То есть, если даже и нравится борьба, да, но можно найти именно свой стиль, как говорится. Конечно. То есть, если даже пришел в тайский бокс, то можно в любой момент поменяться и пойти в карате, Можно пойти, да. Обычно это бывает на своем примере, приведу немножко чуть-чуть по-другому, потому что тайский бокс и карате – это все ударная техника. Допустим, у меня это происходило так. Я, допустим, занимаюсь параллельно борьбой смешанной. То есть в таком ракурсе можете обернуться, да? А там с ударки на ударку, ты всегда ищешь, если что касается ударки, ты всегда ищешь лучше. Лучше. Момент, вы сказали, что нужно сначала все обдумать и понять, вот твой ли это вид спорта, а как человек может это понять, не испытав это на себе? Сей  сейчас, слава богу, у нас есть интернет,
Да, я, допустим, это когда раньше, я когда был как Тимур, чуть старше, пришел, и, ох, куда я пришел, непонятно. Сейчас можно посмотреть, тайский бокс, что это такое? Посмотреть бои, потому что бои там на самом деле, ну, он считается самым жестоким видом спорта, самым жестоким, да. Очень кровавым, очень, потому что там локти, а локти это сразу рассечение и очень много крови, очень. Вот, посмотреть. Действительно, могу ли я это, хочу ли я это. Вдруг мне просто там, потихоньку хочется в качалочку или там на аэробику какую-нибудь. Ну, честно говоря, глядя на вас, я бы не сказал, что вы в каком-то жестоком виде спорта участвуете. Да, это до того момента, как мы заходим в ринг. Ну, это самое главное. Забрало, пускается. Тимур, что бы хотел пожелать телезрителям, сверстникам? Может, кому-то привет передать? Кто тебя сегодня смотрит? Может, просто доброе утро, Сати, все. Ну, я тебе желаю взрослым и детям, чтобы занимались спортом. Это полезно для здоровья. Ну и все такое. Передай привет своим одноклассникам. А? Передай привет одноклассникам, родителям. Можно просто так вот сделать. Привет. Чоксал у нас. Спасибо огромное, что посетили. Келгенуз үшін чоксал у нас. Енді, да, бір чоқ ғалебе олмақ тілейміз. Әлбетті, да, чоқ медалер, грамоталар, дипломлар, ве купалар әлбетті олсын. Ве бірінші олмаға тілейміз. Чоқсал у нас, Келгенуз үшін. Қайырлы күндер. Яйнымыз девам өтмекте, сайғылы достар, Невбеттекі қысымызға кетшеміз. Ве шынды бізім эфирімізде ава арареті сейретеміз.